Всем здорово, с вами я, Метеор, сегодня я продолжаю играть Rock Legacy 2. Так, значит, смотреть, что прокачаем, да, новый класс, давай откроем повар, не, его не будем пока. Кухню мы открыли, да, повара получили. Эх, что еще прокачать-то? Ну, давай вот так вот. Все, ловкость прокачаем. И пойдем, получается, на босса. Да. Минус 5 золота, и даже в офшор ничего не попало, ясно. 5 золота забрали, а процент не положили. Хотя бы однёрочку покинули. На том спасибо. Так, смотря, сейчас здесь монеточки соберем, как всегда. И погнали дальше. Сразу вот сюда. Да, на босса. Искать, точнее, босса. Пока еще не нашли, да? Ну ладно. Оп-оп-оп. Монетки, монетки, мясо. Ну, как всегда, да, мясо, когда у тебя полное хп, он падает по кд. А вот когда реально надо, ты не выбьешь его. Да. Так, смотри, здесь что-то у нас... Вот, оп, 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 оп. Ладно, монеты не буду собирать, рисковать лучше. Так, смотри, ой-ой-ой, аккуратно. Так, тихо, 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 тихо. Аккуратно. Потихоньку спускаемся, поднимаемся. Так, здесь опять щит, да? Щита мы вынесли. Ну, давай наверх будем двигаться теперь. Сначала в одну сторону двигались за этим, как его, за испытанием, а теперь будем в одну сторону двигаться за боссом. И будем идти наверх. Попробуем, так? Не знаю, не знаю. Что-нибудь получится, может, и найдем его. У него, я понял, типа, какой-то удар, там, по-моему, пятый, да, удар, вот этот баф у него стоит, типа, больше урона наносит. Ну, вроде так. Ага, это... понял. Это про... О, да ты шо, мясо выпало. Как так? Как так-то? Еще и второе, но второе уже мне не надо. Хотя, может, сейчас меня дамагнут кто-нибудь-то. И мне понадобится. Оп. Иди отсюда. А, нельзя тогда. Окей, я понял. Я все понял. Так, ты золото мне не дал. Монетки заберем. Нет, мясо мне не пригодилось, поэтому сваливаем отсюда. Не потеряйте здоровье. Ага. А что у нас здесь? Что не потерять здоровье? Ага. Понятно, что здесь у нас. Неподходящий, так сказать, класс у нас здесь. Вот что. Для такой суеты. Ать, успел. Прожать прыжок прям. Секунда. Ать, в секунду не успел. Тут не успел. Поражать shift. Ладно, еще раз. Да. Почему так высоко-то подлетаешь, а? Тихо, не прыгай. Не прыгай. Прыгай, прыгай. Оп, хорош. И все, бан-бан. Идем наверх. Угу. Здесь в итоге у нас ничего, кроме вот этой секретки, да? Но секретка мне-то не нужна, так как я уже туда заходил и ничего оттуда я не получил. Так, смотра. О, зомби. Здорово. Оп-оп-оп. Мани, дай. Через стены. Давай, давай, давай. Еще поближе. Подходи, 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 подходи. Пойдет. Безопасно через стены. Прыг. Жок. Прыг, жок. Да. Именно так. Еще раз. Бан-бан-бан. Все. Еще два ландыша найти надо. О, яблоко. Это пока погоди. Это сколько восстанавливает? 97, да? Пока подожди. Пока не будем такое юзать. Это опять книжка та же самая? Да, это та же самая книга, по-моему. Что-то опять С. Так, смотри. Там по 5, да, забирают? Ну, давай возьмем, что мне вроде хватает. Дальним врагам. Угу. И как я там буду наносить? Когда я в ближке воюю. Да, интересный баф, конечно. Мне понравился. Спасибо за такой баф. Иначе бы я без него вообще бы никак не жил. Интересно. Ага, ага. То есть я вас еще и бить не могу, да, здесь? Ой, короче, идите вы, знаете куда. Там еще этот пес, это типа мини-босс, так что мне спасибо. А, ну если только вот, как его, фаерболом своим сносить хп. О, нет, спасибо.
Хотя... Давай вот так вот. Оп. Так, оп. Так, оп-оп. Оп. Я допрыгну вообще? Да, допрыгну, нормально. Золотишко собрал. Прыжок. Где ж могут быть, во-первых, ландыши, а во-вторых, босс. Я вообще по-тупому еще урон нанес, офигенно. Спасибо, папаша, как говорится. Дайте мясо. Понятно. У меня есть еще есть яблоко. Угу. Угу. Ладно, пойдем в бочину. Пойдем в бочину. Если у нас босс не сверху, то тогда в бочину. Да что ты будешь делать? Тогда уже надо сейчас возвращаться, кстати. За яблоком. Пойдем за яблоком. А, только ушел оттуда. Не хочу рисковать, не хочу. Поэтому валим за яблоком. Так, это наверх. Это наверх, это вот сюда. И это вот сюда. И забираем яблоко. Так, смотри, да, точно мне никуда вроде наверх идти. Жалко, жалко. Да. Думаю, пойду так, чтоб меньше урона себе нанести. Да. В итоге об этот шар ударился. Ну, е-мое, что за криворукий сейчас, а, играет, я не понимаю. Здесь я потерял здоровье. Ну, тогда вот сюда валим. Сразу меня встречает мах, да? Огненный мах. Так, опа. Тихо, так, оп-оп, оп. А вот здесь надо смотреть вот так вот поаккуратней. Поаккуратней, да. Что за криворукий реал? Ладно, пока тех трогать не буду. Да где ландыши? О, только опять этот... с первого раза, ладно. А, 10 решимостей, мне показалось уже да по 5. Но мне хватает все равно, да. Мне все равно хватает на 2 ландыша. Если там 2 надо, конечно. Ну, вроде 2. Вроде бы как 2. Вроде как 2 надо. И не больше, и не меньше. Тихо. Я свою сейчас заберу здесь. Мани дай. Если мани не дал. Ну, хотя бы хпшку немножко отрегенил мне. Оп-оп. Так, ты смотри. Бан, 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 бан. Волк, прыгай. Прыгай, какашка, не хочешь? Ну, ладно. Тогда тебя затыкаем. Мясо не дает. Ландыш не дает. А, нет, ну ладно, ждали уже, в принципе, ладно. Давайте, успел. Оп, успел. Быстренько вас убить. Так, тут сундук, да? Что-то странно. Снега тут, сундук. Так и знал, то, что вот от него урон получу. Зомби будет? Нет, не будет, ладно. Хотя просто найти босса мне, ё-моё. Я ничего больше не прошу. Ну, сейчас еще, конечно, прошу отхила мне дать, пожалуйста. Так, здесь что-то опасян какой-то. Так, пока... Оп-оп-оп. Поближе, подойди. Хорош. Так, тебя быстро вынести тоже. Бочки, пожалуйста, дайте мясо. Понятно. Жматы. О, еще ландыш. Так, а здесь тебя как забрать? Здесь просто двойным прыжком, да? Да. Так, два ландыша я собрал. Ой, но найти теперь бы босса. А лучше бы еще и отхил. Потому что на боссе мне фул отхил-то не дадут. Мне там совсем немножко его дадут. Ага. Какая-то непонятная комната со снежинками, всякой фигней. Здесь есть продолжение? Есть, да? Тогда ладно, тогда пойдем. О, там что-то вообще жесгейм какой-то. Слушайте, 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 слушайте. Я вообще доживу до тут, нет? Так, ну его нафиг, а. Они еще все со щитом здесь. Угу, я пришел в итоге на испытание. Пройду ли я второй раз без урона здесь? Ну, вроде проходится. Так, ладно, все. Не-не-не, спасибо, мне такая комната вообще точно не нужна. А куда? А, ну вот, ой. Там ниже есть, вот сюда вот, да? Сюда, но ниже в итоге. Я, блин, уже такую карту огромную исследовал. И босса не могу найти все. Ой, успел. Да ну почему? Почему? Еще так больно бьют, блин. Ой, яблочко. Пойдет. Еще пиццу бы найти. Да, я, да, босса нашел. Ну, пиццы не, нет, пиццы нету. Жалко пиццы нет. Давай чисто глянем вот в этой комнате, что у нас тут. По бырам так, оп, оп. Хотя можно вот тут повырушить. Может, миско даст. Ага, зомби. Ух, чуть урон да не нанес себе такой тупейший. Пошел чекать комнаты. Так, вверх. Ага, до свидания.
Вверх, да. Говорю вверх, падаю вниз. Интересно. Оп. Знаешь, что еще можно сделать? Сейчас смотри. Тупо по приколу, может, вдруг мясо дропнется. Там же есть всякие вещи, да? Зайдем, порушим. О! Не зря. Мясо дропнулось. И как раз там, в принципе, вроде мне хватит на отхил-то. Ой-ой-ой, точно не зря. Вот это был мув, вот это был просто умнейший мув, кстати, да, в истории. Не зря я так сделал. Теперь, ой, конечно, этого босса я, скорее всего, не убью с первого раза, да. У меня вообще прокачки нет, а он жас, такой босс. Так, сразу, оп, тел урон. Это что? А, это огонь, ладно. Оп, оп. По максимуму накидываем сколько можно. Так, это вот это вот. Вот так надо. Набиваем манума. Надо его перекат сделать, блин. Так, здесь, значит, оп, оп, оп. Так, это опять огонь, да? Да, это опять огонь. Мана, мана, мана. Перекат. Это опять такие же цветочки летающие непонятные. Жук, 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 опа, тихо. Ать, аккуратно. Угу, опять такая же фигня. Так, что-то накастует там. Неприличное, такое не надо мне. Ой, я достаю, нормально. Огонь, огонь. Оп, 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 пойдет. Да шо, это шо, это огонь опять. Ладно. Блин, 50 фаербол стоит, конечно, дороговато немного. Пойдет. Так, вот то, что она близко слишком, это мне не нравится. И перекат, да, перекат. А, два стука так, да? Ну ладно. Так, опять что-то она кастует. Кастанула она. Вот эту опять атаку свою, да? Поближе подойди, я тебя там достать не могу. Что за читерство, эй? Так, ага. До второй стадии добил, так мне нужна мана быстрее. Все, ману набил. Пойдет. Иди сюда, сюда, иди. Оп. Оп, оп. Ай-яй-яй, ничего, высоко подлетел. За что так не надо? Подожди, не души меня. Да. О, душнилова. Душнилова, душнилова, душнилова ты. Вот кто. А, нет. Оп. Оп. Отключаем. Мне, блин, на один удар осталось. ХПшки-то. Это сюда. Так, это не огонь, блин. Вот это же, вот это, ну как это, что, как это сказать вообще, блин. Она две сразу кастанула, и как я должен это был отбить? Просто как? Там не увернуться, ничего нельзя было. Так, давай, пропадай. Так, опять что-то кастует страшное. Опять как раз-таки вот эту атаку свою, блин. А, так, что за мувы, а? Сверху кидает, вот, ой, снизу, точнее, вот эту фигню кидает, и... Так. Маг, да? Маг. Ну, у меня, блин, там фигня у него эти. Лучник есть. Лучник. Блин, лучником, наверное, неудобно. Ну, давай попробуем лучником что сыграть. Маленьким карланчиком таким. Попробуем им тогда. Как раз прокачаем еще себе... Урон, здоровье, здоровье. Ну и. Пускай будет ловкость. Погнали дальше. Я просто не хочу закрывать как его, замок пока что. Если я долго на боссе буду висеть, да, то тогда будем закрывать замок уже. А так я как-то не хочу, если честно. Поэтому желания такого пока нету. Да, карланчик, конечно, вообще. Маленький карлан. Если им босса еще убить, вообще будет идеально. Потому что плюс 25% золота еще. Ну вот, там минус будет от него, потому что... я, так как я маленький, я, скорее всего, допрыгивать, наверное, не буду для вот этих вот выключателей. Глазов, что это такое, не знаю, там. Для красных штук вот этих. И это будет для меня неудобно. И очень плохо. Так, тоже спидраним просто. Ну ладно, тут, в принципе, забрать можно сундучок.
Так, смотри здесь. Оп, спидран. Оп, спидран. Оп, деньги забираем. Оп, спидран. Так, давай наверх пойдем. А, тьфу, повезло, она перепрыгнула меня. Я думал, она сейчас по этому пойдет. Так, ты слушай. Своими духами, внуками, не надо мне тут. Тебя тоже, оп. Оп, давай, идь. Ну ты идь, Так, там ничего нету, кроме как прохода, да? Просто помолчу. Оп, пролетел. Просто промолчу. Хотел нажать Shift, нажал не то, нажал E. Ну, давай. Кстати, мне ландыши заново надо собирать. Заново собирать. Здесь опять вот это, да? Оп. Оп, ага. Интересно. А как я должен был это узнать? Скажите мне, пожалуйста. А! Че? Ландыш уже не надо собирать? Выносит 12% урона, находясь на земле. Ага. Интересно. Окей. Походу, типа, не надо уже ландыш собирать? Прикольно тогда. Иди отсюда, щит. Давай наверх. До конца. До конца вообще. Если не надо, то вообще кайф, кайф, кайфовать хочу, кайфовать. Какой-то еще зернышко. Так, когда сверху воздушное восстановление. Че? Воздушное восстановление. Ничего не понял, но очень интересно. Так, просто посмотрим давай. Может там изису не... Там изису только не хочу. Не хочу. Пока не хочу. Так, смотри, байт. Забайтил, проверяй. Проверяй, забайтил на хп свои. Офигенно забайтился. Да, хватит меня душить-то, а. Я лучник, я так быстро не могу атаковать. Душат и душат меня. Так, мясо дай. Мясо, яблоко, вот это все, что есть. Давай сюда. Пиццу вот это, все, 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 давай. Да. Ты отгонишь, а. Кажется, я до босса живым не дойду, блин. Эти духи, саны. Дайте мне пиццу, пиццу, дайте пиццу. Там пицца вроде сатен восстанавливает. Вообще, самая офигенная еда. Но придется, если что, да, вернуться также в башню. Да что ты? Нацелиться не могу нормально, так смотря. Ага, зомбак у нас, да, тут? Аккуратно. Так, вниз есть проход. Вот так вот, оп. Потихоньку. Вниз. Угу, в итоге тупик. Интересно. Интересно. Так, ну давай в бок, чё, пойдём. Нет. Не хочу. Терять здоровье я не хочу. Так, это у нас опять... Какая-то реликвия, да? Ну вот сколько гробиков вот этих вот камушков. А ничего не дает. Почему? Кроме золота. Мне нужно мясо. О, смотри, там что-то интересное. Давай посмотрим. 35 не хватает. Что это у нас? Накладывается... Ага. Взрыв. Ну такое, если честно. Я не знаю, только будет ли действовать это... На вот ее вот эти цветы. Блин, тут вот еще было. Ну ё-моё. Ладно, пока не будем брать. Если что, попозже возьму, если я не найду отхил. Так, это опять испытание. Здесь как раз тупик. Это что тут? Угу. Так, пока подожди, я не хочу туда идти. Может, это и вовсе не надо сюда. Это будет посредним вариантом, куда мне идти. Так, походу туда и надо, да? Но есть еще вниз проход. Ладно, давай туда пойдем. Че? Я Карлан. В принципе. Думаю, сильно не... Я двойной прыжок сделал. Вообще офигенно. Угу. Я сюда пришел ради этого. Понятно. Зря только я шел. Значит, вниз все-таки. Кто же знал?
Так, как тут вниз пройти? Вот так, так. Ага, сейчас сюда, в бочину сначала. До самого низа. Только аккуратно надо, то какие-нибудь ловушки еще остались. Потом байт. Потом быстро побегаем. Еще ниже. Так, в бок. Потом униз. А, вот, подожди, в бок есть. Давай сюда пройдем. Так, зомбак. Иди-ка ты, знаешь куда. Вот как могло сложиться вот так вот, что попадется здесь мне зомби, а? Зомби будет? Нет, не будет, ладно. Блин, в принципе, я за лучника бы победил. Да, ё-моё, что зомбаков-то много. Только вот от хила бы найти, от хила вообще ноль. Ноль от хила. У меня столько бафов на лучнике сейчас. Много-много бафов на лучнике у меня. Так, давай в бок пройду. Ну и вас нафиг. Ой, яблочко. Так, кстати, вот тут вот так вот. И, ничего, да? Яблочко дали. Вот еще бы дали яблочко. Ой, даже такое. Это что так, что такое? А, я, кажется, понял. Это вот в обнове добавили. Я что-то такое видел. Мне не очень понравилось. О-о-о. До свидания. Так, я нашел босса, да? Давай сначала посмотрим вот здесь. Что у нас? Нет. Смотреть не будем пока. Потом идем в башню. За отхилом опять. Надеюсь, будет также отхил. Хотя бы два мяса. Хотя бы два. Можно, пожалуйста, мяско, мяско, мяско. Понятно. Сейчас, походу, вообще ничего не даст. Скажет, что ты зажрался. Иди-ка ты гуляй. Еще можно вот сюда спуститься, в принципе. Там тоже вроде какие-то есть. Строение. Да, есть, но ничего не дали. Ладно, чё. Сколько восстановит хп, столько восстановит. Попробуем с такими хпшками. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Так, шо у нас тут? Шлем. Да, смотри, что-то новое дают. Эх, ладно, погнали. Надо, блин, вкачать вот тут, что хп босса восстанавливает, когда заходишь. Так, что-то мне не надо тут, давай, ага. Так, вот тебя пока... Ядом, ядом, ядом еще. Так, 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 аккуратно. Оп, оп, опа, опа. Попал, нет? Блин, походу не попал вообще даже. Ты гонишь. Реально гонит. Я карлан, меня не попадешь. Оп. Аккуратно. Да я наж... Максимальная концентрация, но я не пройду, и у меня осталось на 2 тыки урона. На одну. Что за тайминги происходят тут, а? В основе. Еще вот на лучнике плохо, то что у него задержка вот есть. Когда он тоже стреляет, и нельзя ничего прожать. Ну да, как бы я ее вот первую стадию как-то, хоть как-то я смог сделать. Ну а толку мне от этого? Я ж все равно сейчас солью. Без урона я ее уже не пройду. Да. О, три урона повезло. Так вот хотя бы настреливаем тогда. А она сверху, да, пусть? А, нет. Я думал, она, точнее, снизу пустила, что. Да я нажал же, ну на шейф. Ладно, ладно, лучник это не очень было. Ну, как бы можно было пройти, если было больше хп. А. Угу. Давай посмотрим. Давай поглядим. Так, качаем тогда еще, качаем мы урон.
и хп. Все. Ага, хпшек у меня точно не так уж и много. Решимости, тяжелый, живучесть. Вы крутой чувак. Интересно. Так, давай последний раз, наверное, попробуем его найти. А там, если что, то потом заблочим мы этот босса и на в следующей серии уже будем пытаться так убить. Хотя, наверное, не буду здесь лутать. Пойду сразу сюда. И все. Так, я здесь тоже, наверное, не буду лутать. Чисто на отхил, чтоб осталось. Я хотел же босса прокачать. Ну ладно. Хотел же на босса прокачать. Хотя, что я там не зачистил? Давай зачистим что. Тебя убьем. У меня все равно только урон в сердце идет. В принципе, не попадет. Оп. Тихо. Тихо. Не упопал. Не попал. Так, здесь. Вот лишь бы зомбаков не вылазило. Самое неожиданное, что может быть. А! Фу, задом ударил все-таки как-то задом его. И не получил себе урона. Так. Значит, ландыши нам уже не надо, да, искать. Но где ландыши, там есть и артефакты. Смотря. Двойной какой-то артефакт. Да, 70 решимости. Давай, чё. А, побежаю. Такое себе, если честно. Такое себе. Типа мана мне не сильно нужна, так как у него тут баф к этому. Точнее, не баф, а сама магия не очень такая у него, вот этот шарик. Он типа отскакивать именно должен при попадании, только тогда много урона носит. А так... Как-то... Хоть... Я ж нажал пробел, ну что ты мне в маске делаешь? Я все нажал. Приёк. Тихо! Ага, здесь... Ага, здесь даже вот так, да, у нас? Интересно. Что за комната боли, я не понял, а? Понятно, короче... До босса я уже не дойду. До босса я уже не дойду. Хотя бы за сундуком долетел. Да, до босса я не дошел. Давай, еще раз тогда запускаем. За другого кого-нибудь, то быстро слились как-то. Как-то слишком быстро слились. Опять у нас получается... Один хп. Ну, давай, кстати. Чтоб долго не затягивать, пойдем фармить монетки на прокачку. С одним хп сделаем сейчас, смотри, как. Смотри. Пойдем по всем локациям пройдемся. Там порушим предметы. И потом пойдем на вторую локацию. Там вроде как чуть больше этих монет сыпь. Там процент вроде есть. Поэтому пойдем туда еще. Пойдем туда. Там просто как бы не так уж и сложно на второй-то локации. А, у меня там портал. А, хотя у меня портал-то что? У меня вот есть портал, господи. Вышел и уже на второй локации оказался. Тогда здесь сейчас почистим быстро. Хоть уже, блин, 500-ку нафармил. Вот бы босса с одним хп убить. Ой-ой-ой. Имба. Ну. Такого я не смогу сделать. Там бы столько золота насыпало. Ой-я. Но нет. Но нет. Пока что нет. Ага, здесь вообще нет. А, нет, мешочек хотя бы дали. Ну ладно. Пойдет. Хотя бы мешочек. Хотя бы мешочек-то. Оп. Пойдет. Ну да, здесь на 20% типа. Ну ладно, чё, тоже пойдет на 20. Оп, попал. Попал. Угу. Так вот пойдет. Блин, такая неудобная локация, если сейчас попалась.
Оп-оп-оп-оп-оп. И лутаем. Ага. Вещь. Шлем. Шлем мне не нужен. Это было близко, кстати. Это было очень близко. Это было близко. А мне такого не надо. Слушайте. Оп. Тихо. Пролетаем. F нажимаем. Ага. Быстрее, быстрее. Все, зашибись. Открываем сундук хотя бы. Оп-оп. Тихо. Пойдет. Уху. Напруга, напруга, напруга. Так, смотри. Тебя бьем, бьем, бьем быстренько. Не убил. Ух, убил. Ладно. Так, сейчас далека. Пролетаем. Так, блин, там что у нас? Вот там у меня... Так, есть, да, земля? Ой, не-не-не-не-не, вот тут вообще не хочу я. Мясо, ты ладно. Просто я когда играл первый раз, вот там вот я много хп всегда и сливал. Я туда не хочу. Так, оп-оп. Пойдем, что тут у нас? Что у нас тут? Что у нас тут? У нас тут монетка есть. Вниз. Это что? Это пицца получается. Мифическое оружие вращается к нам. Можно... Давай, мифическое оружие. Ай, ну давай. Пожилое мифическое оружие. А, я несколько пиц могу кинуть. Ой-ой-ой-ой. Имба. Так, ладно, идем сюда. Пиццами кидаться будем. А кто? Я хочу пиц. Оп. Оп. Имба. Все. Я собрал имбу. Так, через стены ты ж не стреляешь, на. Имба, энерджи. Так, смотри, вниз. Аккуратно. Да сюда, куда ты пиццу кинул? Макс с пиццей, нормально. Да, повернись ты. Так, подожди, выключись. Я тут еще столик не облутал. Ничего ты мне не дал, да? Ну ладно. Ля там какой, а. Я могу идти через стену? Могу, могу. Главное, чтобы он через стену ничего такого не кинул. А он кидает. Ну я ж... Не такой фарм просрал, а. Сейчас буду плакать. Ладно, не будем. О, это вообще, это же СГМ. Это вообще смерть лютая. Будет обычного рыцаря. Возьмем на следующий раз. Потому что вампиризм это... Ну да, хил типа от урона вроде нет, не убийств. Но... О, кстати, давай сейчас играем. Но типа... по тебе больше бьют. Поэтому такого плюса слишком нет. И вот это у него баф там был, типа нету бессмертия после удара. Тебя могут бить, и ты можешь просто в бар сразу. Ладно, на этом все. Босса так мы и не убили. Да, следующую серию обязательно убьем. Я вам говорю спасибо за просмотр. Всем удачи, пока. И хорошего настроения на этот день.